Я с удовольствием, конечно, откликнулся на предложение организатора поучаствовать в этом вашем проекте, с этой фотовыставкой. Но журналистика – это то, что питает умы людей. Именно вы, журналисты, создаете ментальность граждан. И тем более от вас, от юнкоров, зависит то, какая будет наша страна через 10-20 лет. Чем вы будете питать умы людей, такими вырастут наши граждане. Эта выставка, иногда задавали вопросы, зачем? Зачем показывать эти картины войны, зачем показывать, тем более вам, юным представителям. Но все-таки, я думаю, наверное, оно надо, потому что, к счастью, конечно, далеко не все знают, понимают и осознают, что такое война. Но для того, чтобы сохранить мир, надо понимать, что такое война. Поэтому надеюсь, что эти фотографии пройдут через ваши души, и вы сможете в своих репортажах объяснять, что такое война. Спасибо.